Здравствуйте, сэр. Привет, сэр. Почему все вот мотай отсюда, Фриман? Я ожидаю важного сообщения. Кто-то опять спрятал мои очки. О, боже, эй, что ты делаешь? Ну же, Гордон, хочешь, чтобы я влип? Привет, доброе утро, Гордон. А, приятно видеть тебя. Ты же должен был быть в тест-камере уже полчаса назад. Извини, Гордон, я сейчас ужасно занят. Встретимся позже, угощу тебя пивом. А, здравствуйте, Гордон Фриман. Рад вас видеть. Как странно. Какие мысли по поводу происхождения этого нового образца? О боже, что ж ты делаешь? Ты не видел мою кофейную чашку? Интересно, не нужно ли проверить? Извините, мистер Фриман, у меня предписание не впускать вас без скафандра. Фриман. Запрещен. Извини, Гордон, я сейчас ужасно... Не отвлекайте меня сейчас. Эй, прикинь, исследования должны пройти успешно сегодня. Ты не находишь? Конечно. Ты не видел мою кофейную чашку? Не смеши меня. Почему все должны носить эти дурацкие галстуки? Совсем в этом не уверен. Ты не знаешь, кто сожрал все пончики? Заткнись. Вы просто должны подождать окончания теста. Извини, Гордон, но я сейчас ужасно... Не отвлекайте меня сейчас. Почему все должны носить эти дурацкие галстуки? Добро пожаловать в защитный скафандр Марк 4 для работы в особо опасных условиях. Энергетическая защита включена. Сенсор загрязнения воздуха включен. Контроль состояния организма включен. Автоматическая медицинская система включена. Система выбора оружия включена. Контроль состояния оборудования включен. Связи подключен. Не отвлекайте меня сейчас. Консервную банку. Черный место наверх. Температура 93 градуса.
Конечно, ты прибыл. Так, сегодня вы должны приготовить 2 образца кристаллов. Фриман, пускайся в тестовую камеру, я буду руководить тобой отсюда. Извини, Гордон, но я сейчас ужасно занят. Я в этом уверен. Гордон, ты меня слышишь? Хорошо, начинаем эксперимент. Подожди немного. Сейчас Джина Кросс добавит первый образец. Ну, вот и он. Фиолетовый поток ионовых частиц. Ага, воздействие потока структура отца меняет. Отлично, ионизация закончена. Продолжаем.
Отлично. Анализ закончен. Гордон, отключай вспомогательные излучатели и опускай кристалл.